Ну а на Epic Games очередная раздача, игра Tandem: A Tale of Shadow, соответственно, новая игра головоломка, но слово в жанре платформеров головоломок вас ждет не только превосходный художественный стиль, но и неповторимый игровой процесс с видом сверху, сбоку. Ваша задача помочь Эми Фентони, значит, раскрыть тайну исчезновения знаменитого фокусника Томаса Кейна. Соответственно, временно бесплатно раздается. И смотрите, сколько, значит, наград. 8 из 10, Melty 33 бита, 8,5 из 10, Game Trian, ну и так далее. Мультиплеер IT 8 из 10, Game Space 8,5 из 10 и даже 9 из 10, вот видите, есть оценки. Так что, друзья, значит, я думаю, что вам будет интересно. 16-year-old Emma, intrigued by the disappearance of Thomas Kane, is determined Вот, так что видите, вид с двух, так сказать, проекций. Так что, друзья, вот такая вот игра, ссылка на нее будет в описании до 2 ноября. Сдается временно бесплатно, ссылка в описании. Вот так вот, всего доброго, всем пока, до свидания.